ученики мои! Здравствуйте, ребята! Молодцы! Садитесь! Садитесь по своим местам. Ай, такая, ну, как всегда, наш большой лентяй по имени Бабай опаздывает. Начнем занятие без него. Итак, урок географии. Покажите на глобусе, где находится Тихий и Атлантический океан. Ученики, кто покажет? Ну, кто? Ты, Коко, пожалуйста. Тихий океан. Молодец какой! Правильно показал! Отлично! Ученик Кузя! А ты покажи Атлантический! Ты что, заблудился, Кузя? Ну где, мальчик? Где? Ну где, где, где? И Кузя правильно показал! Отлично, ребята! О, лентяй появился, Бабай, вот он. Бабай, лентяй, Бабай. Да стыдно, смеются над тобой, сядь как следует. Да. Опять в мою парикмахерскую уходили. Переходим к уроку математики. Первый примерно сложение. 2 + 3. Бабай. Иди отвечай. Бабай, доски иди. Лентяй. Каштан, иди ты к доске. Отлично. Умница. Садись. Дежурный, прошу к доске. Молодец, пожалуйста. Чисто садись, Коко. Лентяй, стыдно. Ну сядьте как следует, сядьте. Да, по местам как следует, вот так. Примерно деление. 9 разделить на 3. Итак, кто у нас пойдет? Кто? 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 Ну сядь как следует, сядьте, сядьте. А, ученик Муму. Муму, теперь ты к доске иди. Друг Бабая. Иди, иди, не улыбайся. Вставай, Муму. Муму, вставай, вставай как следует. Вставай, Муму, и отвечай. Муму, отвечай. Муму. Кто подсказывает? Да кто подсказывает ему? Кто подсказывает? Садись. Кто слышал подсказку? Кто? Кто слышал? Кто слышал музыку? Умница, покажи кто, покажи его, Бабай. Не слышал, покажи кто. Правильно, Бабай лентяй. Оставлю его на переэкзаменовку. Ты хочешь исправить? Иди. Правильно, ты. Умница, садись. Молодцы, ребята. Все хорошо, садитесь. Садись. Все сели, не знаю. Прекрати дедовщину. Родители школы. Вот что вам, братья, с дежурного. Чисто, садись. Да садись, садись, чистюля. Урок чтения. Бабай, какая это буква? Бабай, доски иди.
Баба Лентяй отвечает. Баба Лентяй, баба. Ну ничего не знает. О, непослушный шуруп пришел. У тебя самое сложное. Прочитай слово «мама». Thank you.
На поклон, ребята!